Ребусики! Сегодня у нас другой съемочный день с Banana Republic. И здесь совершенно другой сет. Видите, здесь один сет. Вот пол, вот такой сет. И здесь еще другой сет вот в этом углу. И другой сет вот прямо вот здесь. Вот, так что сейчас совершенно другие фотографии на Banana Republic. Так что обязательно заходите и посмотрите. Смотрите, какая у них лампа классная. Это мой фотограф. Yes, это мой визажист, это мой стилист. Посмотрите, какой у них классный свет. Просто я никогда такого даже не видела. I've never seen anything like that. This is my first time like seeing this type of lamp. Really? But is it like a professional thing? Like this is what they do in a photography? Wow, I've never, like 16 years working, I've never seen this type of lamp. Это мой арт-директор. Это помощница арт-директора. Это стул, в котором я сейчас буду сидеть. Ну вот. И мы начинаем. У нас, кстати, маленькая коллекция одежды. Вот, посмотрите. Всего лишь 60 фотографий. Обычно, если очень много фотографий, я могу 140 за день снимать, а у нас только 60. Вот так. А вечером идем на пилатес. Ну все, пока. У нас здесь история солнца. Вот этот вот цвет создает солнце свет. Видите? То есть фотографии, они такие очень солнечные. Как будто бы я на солнце сижу. И он сейчас пытается этот стул установить наверх, чтобы создать такую решетку. Представляете? Ну что, друзья, сегодня последний день, и на самом деле мне никто не сказал, но мы сегодня снимаем storefront. То есть теперь во всех магазинах Banana Republic, начиная с конца марта. На самом деле я очень рада, потому что я уже давно работаю с этой компанией, и пока что я не делала ничего, кроме каталога, и это уже как бы достаточно крупная для меня работа, и я очень рада, безумно рада. Так что ждите, скоро в конце марта должны появиться мои фотки во всех бананах. Интересно вообще, где есть бананы? Вы в какой стране живете? Напишите мне внизу, если в вашей стране есть Banana Republic. Ну, не онлайн, конечно, а именно сами магазины. Потому что мне кажется, что это чисто американская тема. Возможно, где-то в Канаде есть. И я знаю точно, что есть в Японии. Но напишите мне, если есть это в вашем городе. Привет, котики! Ну что, я еду сейчас в аэропорт. И на самом деле я сижу в такой жесткой дилемме, потому что я не могу понять и не могу решить, если мне стоит моему агентству говорить о том, что мы сегодня снимали фотографии для именно магазина, для самого магазина. Потому что обычно такая работа стоит намного дороже, и они должны были мне заплатить хотя бы, наверное, раз в 5 больше, чем они мне платят за обычный каталог. И мне просто кажется, что если я расскажу об этом своему агентству, они могут попросить больше денег, и из-за этого клиент может обидеться. А если я не расскажу, то обидеться и никогда меня больше не позвать обратно. А если я не расскажу, то я не смогу заработать денег. В общем, я не знаю, что мне делать. Что бы вы сделали, друзья? Вы бы рассказали, и с вероятностью того, что вы можете потерять клиента, или вы все-таки вы поступили так, как правильно, потому что они как бы воспользовались ситуацией, наверное, и заблокировали меня как на обычный каталог, а при этом сняли практически кампейн. В общем, не знаю, что делать, поговорю сейчас со своим мужем и поговорю со своим материнским агентом и буду принимать решение. Но это, конечно же, такая достаточно сложная ситуация. Короче, я еду в аэропорт, и у меня сегодня самолет, как обычно, супер поздно. Сейчас время еще нет 5 часов, 4:30. И я еду специально в аэропорт, чтобы посидеть в очень классном бизнес-лаунже от American Express, моей кредитной карты, которую я вам показывала. И говорят, что там очень классный лаунж, так что я вот специально туда еду пораньше, чтобы испытать этот лаунж. Ну вот, и возьму вас с собой, покажу, что к чему. Увидимся. Ну что вам сказать? Сказать, что я ожидала большего? Да, я ожидала большего. Ну, у меня здесь розе. Я потом пойду еще за одним. Это курица, стейка не было, картофан, брокколи, ну и салатики. Там еще были какие-то сладости непонятные. Все выдают, самим ничего брать нельзя, так что бон аппетит.
Доброе утро! Семейка Виченко, едем в аэропорт. Сегодня мы улетаем в Калифорнию навсегда. Или не навсегда. Ну, кто-то навсегда, кто-то нет. Да, Жень? Да. Так что... Сейчас расскажи, как ты заказала машину на трех человек, которая обещает только двух. Ничего не подобно, вон мы все едем нормально, ничего. Нормально, я сижу. Чемоданы все поместились сзади. Я сижу здесь, как круется на шарочке. Слушай, я вообще боком сижу, а ты хотя бы ровно сидишь. Еще. А я вообще боком вот так сижу. Ничего, не переживай, зато у нас в Лос-Анджелесе будет большая машина. Ламборгини. Так что, друзья, LA! Поехали! Tell me, where are we going, Мирон? To the airplane. Are you excited to go in the airplane? А что, куда мы летим, Мирон? Как называется город, куда мы летим? А? What's the city called? Museum. Как? Museum. Museum? Ну что, ты excited? Очень excited. I'm excited to hear the stroller. Stroller? The baby bear is driving in the stroller? Wow, your hair is... Посмотрите, какое солнце за окном. Мы приехали. Женя. Hey, Бен на телефоне на моем. Так что я даже не могу свои e-mails проверить. Мы выходим. Идем за тачкой, а потом в новую хату. Я вам все покажу. Доброе утро. Я в моей новой кепке. Ну что, вчера мы заселились, и, если честно, все, что мы делали, это тратили кучу-кучу денег на продукты, на вещи первой необходимости, потому что квартира реально была пустая, даже мыла для рук не было. Вот, так что мы все это сделали вчера. Конечно же, вчера мы раз 20 поругались с мужем, потому что, когда мы куда-то приезжаем и летим в самолете, мы всегда жестко ругаемся, потому что ни я, ни он не терпеливы во всем, и у каждого из нас свой собственный метод. Ну что, из новостей. У меня здесь няня, которая живет с нами. И она попросила, чтобы я ее не снимала, поэтому не будем нарушать ее личностные границы, и я не буду ее снимать. Но она живет с нами, она смотрит за Мирончиком, и она очень классная девочка, она мне очень нравится. Пока что все идет супер классно. Тут, кстати, знаете, что прикольно, что открыли детскую площадку в Калифорнии, вот мы гуляем. Вот. И помимо этого, Мирон с понедельника, сегодня, кстати, воскресенье, с понедельника идет в детский сад. Я нашла ему русскоязычный детский сад, и там преподают даже русский язык, там кормят русской едой, туда-сюда, в общем, классный сад. Он туда будет ходить 5 дней в неделю. По времени я еще не решила, как, потому что они берут детей с 7:30 до 6:30 вечера. Я еще точно не решила, сколько конкретно часов он там будет проводить, но в первое время точно не очень много. Значит, у нас классная тачка, мы взяли в рент машину, она называется GMC, это такая достаточно популярная в Америке машина, в России этой машины вообще никогда не видела, и у нас такой джип. Я, на самом деле, не хотела джип, я хотела обычный седан, но там не было седанов, оставались только джип, так что вот такие пирожки с капустой, друзья. Придем домой, я покажу вам рум-тур по нашей хате. Ну и покажу рум-тур по машине тоже. Вот так. Чао. Ну что, друзья, вы знаете, куда мы едем? Мы находимся сейчас в Лос-Анджелесе, в машине, по пути в новую школу Мирона, которую мы его отдадим. Оказывается, эта школа находится колледж. Недалеко от нас. Колледж. Колледж. И там, ну, там буквально есть и взрослые дети, тоже и маленькие дети, но эта школа владельцы русские, и она вообще с русским уклоном. То есть есть возможность того, что Мирончик, с ним будут разговаривать там по-русски, и может даже будут учить его русским буквам, цифрам и так далее. То есть это очень нам нравится, мы хотим, чтобы он разговаривал по-русски, как настоящий русский джигит. Вот. То есть, когда приедем туда, мы все вам что расскажем. Думает, папа? Мирон, are you excited about college? Yes. Ты едешь куда? В колледж? Yes. Молодец. I buy a new toy.
Новые игрушки хочешь? Not buy, Miron. There are gonna be toys, and we're gonna play with them. Miron I'm going to buy a new carpet truck, mama. Miron хочет купить себе новые игрушки. Ему показалось, что мы его везем в магазин игрушек. Но все не так. Он об этом узнает. We're going to college, Miron. Yo, what's up, yo? Короче, отвезли Мирона в сад. Я теперь бегаю по кастингам. Сходила на кастинг для компании, которая называется Dreamer LA. Как-то так она называется. И, ну, походу, им понравилось. Так что работу заблокируем. А сейчас едем в In-N-Out Burger. Вы же знаете, друзья, я, бургеры, худое тело. Все как обычно. Ведьма на выходе. Мы в Икее. В смысле, я одна в Икее. Мы идем. Сейчас вам расскажу, что куда мы идем. Мы идем купить Мирону одеяло, купить Мирону железную дорогу, ну, в смысле, деревянную железную дорогу. И так, может, какие-то по мелочам посмотрим, чем, может, что-то надо для дома. Вот. Кул, да? Кул. Говорят, здесь хорошие одеяла детские. Ну что, купила Мирончику вот такую вот интересную станцию. Вот так она выглядит. Недорого, кстати, стоила $17. Купила ему одеяло. Купила ему, как это называется, наволочка и, ну, короче, постельное белье. Это маленькая подушечка. Купила ему маленький паровозик какой-то с включателем. Фломастер купила ему. Купила ему кусок железной дороги. Сами поезда. Он очень любит эти поезда, обожает просто. И купила салатный бол. У нас там не было салатного бола. $5 всего стоит. Какой красивый бол, да? Мирон? Yes. Do you like your new toy? Yes. Как называется? Расскажи. A station. А как эта машина называется, с которой ты сейчас играешь? A tow truck. A tow truck. Вот так вот. Классная, кстати, игрушка с IKEA, вообще качество классное. Тут как бы получается, можно помыть машину, можно машину отремонтировать, можно заправить бензинчиком. Мирон в восторге, да, Мирон? Yes. Ты в восторге? Yes. Скажи, я yeah. в восторге. Я в восторге. Ей! Ну, короче, нужно вам сделать рум по квартире, рум-тур, да? А, я только пришла, короче, с тренировки. Если честно, я так устала сегодня. Просто я сегодня была за рулем 5 часов. We need more. More what? More vehicles. Срочно неси еще. Enough for 3 vehicles. We need this vehicle. Yay. Let's do it. Yeah. Вот, сегодня 8 марта, и муж говорит, давай пойдем на ужин. Я даже не хочу идти, если честно, никакого ужин. Я так устала. Вот, посмотрим, может, я передумаю. Я же такая непостоянная, сперва хочу, потом нет. Ну вот, если пойдем куда-то, я вас позову. Ну, в смысле, возьму с собой. Ну что, бусики, обещанный рум-тур. Доброе утро. Сегодня был второй день Мирона в детском саду. Ему очень нравится, по ходу дела. Там, на самом деле, огромное количество игрушек. И нам тоже понравилось. Он очень похож на такой классический русский детский сад. Немножко поюзанный, немножко, как это сказать, в общем, там реально учатся и играют настоящие дети. Такой, знаете, нечистый детский сад, в плане того, что он реально видно, что его уже давно используют. Но нас это абсолютно устраивает, мы не боимся ни микробов, ни грязи, ничего такого, поэтому мы только за. А сейчас давайте я покажу вам рум-тур по нашей скромной квартире в Лос-Анджелесе. Значит, я сейчас нахожусь в Living Room. Это, кстати, входная дверь. И давайте сразу пойдем по порядку. Здесь есть такое маленькое зеркало, куда, наверное, можно складывать свои ключи. Но, естественно, ключи там никто не складывает. Вот там лежат наши ключи. Здесь уже какие-то работы нашей няни и Мирончика. Вот, пожалуйста. Здесь есть настоящий камин, в котором реально есть огонь. Мы уже здесь складываем нашу обувь. Здесь же при входе есть такая полка, где, в принципе, можно, наверное, тоже складывать свою обувь. Дальше по коридору будет туалет. Здесь какой-то, видимо, маленький шкаф. Я, кстати, его даже еще ни разу не открывала. А, ну да, шкаф. О, классно. Есть даже парогенератор, отпариватель.
что на самом деле очень классно. Это туалет Мирона и нашей няни. Они, кстати, спят вместе в одной комнате, на разных кроватях, естественно. На самом деле квартира прикольная тем, что она декорирована. Тут очень много всяких разных деталей, какие-то старые камеры и так далее и тому подобное. Просто зеркало, вот Юля. Это кровать нашей няни. Здесь она спит, здесь у них шкаф, они делят его с Мирончиком. И сюда мы принесли специальную кровать, постелили подушки. Это просто раскладная кровать, здесь спит Мирон. Ему здесь нравится спать, он себя прекрасно чувствует, у него новое одеяло, как вы видите. Ну а до этого здесь были вот эти стулья, которые, ну да, эти пуфики, которые вот здесь лежали. Вот. И пойдемте дальше, я покажу вам, что еще здесь есть. Значит, у нас огромный ливинг-рум, ну, в смысле огромный, приличного размера. Здесь шкаф, тоже, как видите, есть различные декорации, красивые столы, да, ковер, такой стул необычный. Вот, пожалуйста, полка. Ну, здесь, естественно, уже куча Мирониных игрушек разложена. Вот внизу тоже. Здесь есть балкон, что, на самом деле, очень классно. Можно посидеть здесь на балкончике, потому что погода очень крутая. У нас есть бассейн, вот он внизу находится. Здесь же можно позагорать. Там сбоку есть джакузи. Также у нас есть, как это называется, спортивный зал, куда мой муж тоже ходит постоянно. Давайте пойдем дальше. Здесь, значит, у нас обеденное пространство, где мы все сидим вместе, кушаем. Видите, везде какие-то картины, какие-то вещи и так далее и тому подобное. Вот. А здесь, значит, кухня, полноценная кухня со всеми делами. Мы уже здесь готовили кучу всего. Не обращайте внимания на мусор, вы же понимаете, все живое. Вся комната обставлена зеркалами, что, конечно же, классно. Таким людям, как я и мой муж, зеркала – это просто наши лучшие друзья. Здесь, значит, наша ванная комната, абсолютно такая же, в классическом американском стиле, с этой уродливой душевой. Я вообще не вижу такие душевые, где нету варианта снять душ и там помыть, где тебе конкретно надо. Вот. И спальня, где сбываются все мечты. Как вы видите, уже с перевернутой лампой. Это свидетельство того, что мечты здесь реально сбываются. Рабочий стол моего мужа. Он здесь у нас полностью работает. Он купил себе дополнительный монитор, чтобы комфортабельно работать. Здесь у нас какие-то деревья. Кстати, я думаю, это искусственное дерево. Картины. Мой муж никогда не разбирает свой чемодан, поэтому у него здесь просто лежит чемодан. Здесь тоже есть телевизор, который мы даже еще ни разу не включали. Здесь огромный шкаф. Здесь пространство, но я заняла только одну половину. Вот, у меня здесь все развешено. Я зачастую вещи именно вешаю. А этот, как это называется, а какие-то там, не смотрите сюда, это мое нижнее белье. Нижнее белье, там джинсы и вот спортивная форма, это я уже, конечно же, не вешаю. Вот, и здесь у меня вот, видите, пакет с грязным бельем, который, кстати, я сейчас, наверное, пойду стирать. Ну и, в принципе, все, вот такая вот у нас квартирка. На самом деле, квартира, это стоило нам приблизительно... приблизительно... Я за нее заплатила около 6 тысяч долларов за месяц и неделю. Но она изначально стоила почти 7500. Нам сделали очень хорошую скидку, потому что я написала владельцам этой квартиры, попросила скидку. Они сказали, окей, без проблем, мы вам сделаем скидку. Вот, возможно, я останусь в этой квартире надольше. Возможно, я съеду в какую-то другую квартиру, если я буду здесь еще оставаться. Но вообще, если бы, например, я снимала эту квартиру без... Airbnb, да, это приложение, веб-сайт, на котором ты как бы делаешь аренду, то, конечно же, эта квартира бы мне стоила, наверное, где-то 3-4 тысячи долларов, не больше, вот. Ну, цены здесь такие, в Лос-Анджелесе, конечно, кусающиеся, плюс мы находимся в West Hollywood, это очень туристическое место, здесь очень дорогие вообще квартиры, дома и так далее и тому подобное, поэтому... Такая история. Сегодня вторник, у меня сегодня ничего нету. Я должна была единственная встречаться с своей подружкой на ланч, но она отменила в последнюю минуту. Ну, что, в принципе, окей, не проблема. У всех бывает. Вот, и, в принципе, все. Муж пошел в магазин за какими-то там вещами. А я вот доработаю сейчас этот вложик, и вы его уже увидите в ближайшие дни. Вот так. И потом пойдем за Мироном. Няня, кстати, ушла, так как она не работает во время того, когда Мирон в саду,
то у нее куча свободного времени днем, и вот она пошла изучать Лос-Анджелес. Это ее здесь первый раз, она сама из Казахстана. Это ее первый раз в Лос-Анджелесе, и поэтому она, конечно же, пошла изучать. Вот так. Ну все. Муж первый раз был в магазине Рос. Это у нас такой достаточно дешевый магазин, где перепродают всякие вещи. Он купил упаковку стаканов. Такой, а что стаканов не хватает? Почему не хватает? Ну вот, двух стаканов нету. То мне кажется, столько должно быть. Нет, бейби, двух стаканов. Но все равно 5 баксов я заплатил за все. Ну, может быть, за это поэтому было 5 баксов. 5 баксов, чего? Короче, за 5 баксов купил 8 стаканов. Потому что в этой квартире вообще нет стаканов. Мы, конечно, могли бы попросить владельцев квартиры нам это все привезти, но они мы решили... стаканы. А, они просто разные стаканы, да? Ну да, они просто набрали, наверное, из-за этого на клиренсе были. Или что? Но пока... Короче, купил ножи за 5 долларов. Что тоже, конечно же, прикольно. Ну, там упаковка с этим. Вот. Не, только один другой. Угу. Ножики за 5 баксов. А чистилка для туалет сколько стоила? 10? Да, по-моему, 10 баксов. Ну, классно. И что, ты в восторге? Да, сэкономил кучу денег. Как тебе эта квартира? Я рум-тур делала, расскажи. Мне кровать здесь нравится больше всего. А для тебя кровать это самое главное, для меня, да? Да, для меня очень важно, чтобы было удобно спать. А как насчет того, что здесь есть спортзал? Спортзал тоже нормально, но единственное, что нужно регистрироваться. Ну это везде, я думаю, сейчас так нужно регистрироваться. Да, вообще бесит LA из-за того, что уже все штаты, все уже пооткрывалось, уже можно внутри кушать, в ресторанах можно внутри кушать. А здесь до сих пор только на улице. И постоянно идешь в какой-то магазин, нужно соблюдать такую сумасшедшую дистанцию. Они такие, не подходи сюда. Ну, короче, они очень здесь, очень все близко к сердцу принимают в плане ковида и так далее. Понятно. Окей, бай-бай. Ну что, котики, вышла с пилатеса. Уже второй день тренируюсь, честно, то что-то мое тело отказывается тренироваться. У меня, кажется, скоро... женский приход, и мое тело такое, йоу, милочка, отдохни, деточка. Вот, ну, короче, все болит. У меня на завтра тоже тренировка, но я, наверное, сейчас отменю, потому что что-то у меня совсем сил нету. Вот, вообще, на самом деле, у меня не очень настроение, конечно, мои гормональные истории, мои гормоны пляшут во всей красе. И я просто нахожусь в таком легком шоке, что, в принципе, неудивительно. Вот. Иду домой, и потом иду за Мироном. Еду забирать бубенца сладенького. Смотрите, какая тачка прикольная. Camel написано. Помните, такие сигареты раньше были? Какой цвет у него. Там, кстати, сзади тоже такая прикольная тачка стоит. Вот люди, мне как-то нравятся машины интересные. Так что вот. Иду домой, а после иду за бубешкой. А вы со мной? Готовы? Ничего веселого не будет, блин. Так что не поехали. Ну как, бублик, you like it? Тебе нравится наша машина? I want the wipers. Wipers go swish, swish, swish? Yes. You cannot turn on the wipers. It's not working. No, you cannot turn it on, because you have to... This thing. Look, you can push this thing. Ну, короче, вот такая у нас тачка, друзья. GMC. Вот так она выглядит снаружи. Ну, как вам? Джип такой. Средний слэш большой. Вот его морда. Вот бубен ведет тачку. Мирон, ты уехал? Мирон, ты уехал? I want to pull it. You want to close the door? Yes. Okay, 1 second. Second, please. Ready? 1 second. Yeah. Now, can you close your door? Okay. We're ready. Oopsie. We're ready. Uh-oh. What happened? What did that happen? It beat your horn. Beep, beep. Help me, Mama. Are you buckling? Yes. Mama, buckle your seatbelt too. Mama, buckle your seatbelt. Here you go.
We're ready. Good. We're ready. Well. Давай, go. Go back. No. We have to go, Мирон, now. I don't want to. You wrestle. Okay, let's go. You wrestle. Что, Юджин, расскажи, пожалуйста, где мы находимся? Не забудь снять маску. Чуть не нравится моя маска. Красиво. Расскажи, пожалуйста, где мы, что мы? Мы находимся в Моле. Вестинг, да? Как называется? Ну, как-то по-другому. Westfield. Westfield. Мы накупили кучу косметики для Юли. Кучу, блин. Вот малюсенький пакетик, друзья, сейчас я покажу вам сразу распаковочку. Кучу косметики, блин, два продукта за $30. Milk. 45. Неправда, $30 я заплатила. $25 прям заплатила за все. $45 заплатила. Не, дай поспорим. Давай. На что? Ну ты $10 тебе сняли за то, что тебе купила. Я не взяла. Давай поспорим, у меня в Sephora app написано, давай. Ну, у тебя... Давай поспорим. Давай, больше, чем $25. Ну, давай. Ну что значит больше, чем 25? Ну, я говорю, что 30. 30. Минимум ты больше. Ты я сказала, что 30. Нет, ты говоришь, что больше 40, я говорю, что 30. Вот эта штука стоила $35. Нет. Или $30. Нет. А это стоило $15. Нет, вот это стоило 20 с чем-то, а вот это стоило 18. Да. Все, я говорю, что меньше 40, ты говоришь, что больше 40. Итак. Давайте все дружно посмотрим, кто, как обычно, прав. Как обычно. Sephora. Юлия. Orders. View. Подожди, а это какой-то старый, блин. Здесь нету. Окей. Тогда зайдем на American Express. Тебе ресит не дали? Я сказал, что мне не нужен ресит. Сейчас зайдем на American Express и посмотрим, сколько я заплатила за это. Sephora. It's okay. 45-99. Муж прав. Короче, я купила вот такой продукт от Milk. Это такой стик для контуринга. И я купила Bare Minerals. Это корректор. Мне он, по крайней мере, понравился. Не знаю, я попробую его на себе и вам покажу. А теперь расскажи, где мы находимся, что будем есть, как обычно. Да, и, короче, здесь есть ресторан китайский, который в оригинале был в Бейджинг. Находится, ну, в Пекине. В Пекине, да. Как по-русски, кстати, Бейджинг? Пекин. Пекин. Вот. И мы заказали, как обычно, пекинскую утку. Я заказал вантон супчик с их кошечками. И брокколи. И брокколи, да. То есть... Stir-fried. Да, это не очень healthy, но мы обожаем пекинскую утку, и мы сейчас ее с удовольствием съедим. Так как я целый день сегодня не ел, я съел один банан и один круассан. То есть сейчас оторвемся. А вообще меня бесит немножко LA, потому что здесь все на улице. У нас уже давно рестораны открыли, можно сидеть внутри, как бы, ну, с дистанции и так далее. А здесь нужно только на улице сидеть. А на улице здесь, в Калифорнии, как бы не было этот самый, что Калифорния, все тепло. Но вечером температура падает, и здесь под 0 градусов. Ну, может, 5 градусов сейчас, да, Юль? Да нет. Ну, 7 градусов нет, максимум. Нет, бейби, плюс 15 сейчас. Опять ты будешь спорить? Плюс 13. Но ночью падают до 7. Но ночью, но не сейчас же. Ну все равно, короче, неприятно, если честно. Ну, такие вот дела. Расскажи, пожалуйста, что ты пьешь? Я пью, чтобы согреться, зеленый чай. Генмай. Чем ты любишь зеленый чай и почему ты его рекомендуешь пить всем? Потому что зеленый чай... Если так разобраться, это единственная вещь, в которой кофеин в отличной пропорции совмещает с собой еще L-теорин. Это такая кислота,
которая не дает кофеину проявлять свои побочные эффекты. Когда ты выпьешь кофе, например, то зачастую у тебя бывает такой напряг, у тебя бывает jitters, и тогда мужик чихает. Чисто китайская тема, мне кажется. Коронавирус. Вот. И вообще, если честно, вот если ты пьешь кофеин, и у вас от кофеина какие-то побочные явления, например, у вас там трясет немножко, или вы отходите, или там что-то не так. Вот. Очень рекомендуют это мешать с аминокислотой, которая называется L-таурин. Почему? Потому что он убирает все эти эффекты, и у вас появляется такая бодрость, которая может держаться долгое время и не спадать, и у вас не будет ни трясти, ничего. Но это можно, естественно, искусственным путем сделать, тем, что вы выпьете как таблетки L-таурина. Но в то же самое время зеленый чай совмещает в себе кофеин и L-таурин, правильно? Естественным путем, и поэтому от зеленого чая все клево. Короче, эффект как от кетосиса. Нет, не от кетосиса, эффект бодрящий, но приятный. То есть такой, знаешь, smooth, как говорят американцы. Smooth. Да? Смузи. А как русские говорят насчет smooth? Можно сказать по-русски smooth? Да. Как? Ровно. Ровно. Брокколи в специальном китайском соусе. Мы, честно, любим китайские брокколи, но это обычные брокколи, у них китайских брокколи нету. Поэтому мы будем есть обычные. Чесночком. Ям-ям-ям. Одна единственная ножка, непонятно почему, должно быть две. Вот, пожалуйста, берешь ли липехо, ну-ка, давай сними женщину. Почему липешки в этой? Это коронавирус, блин. Коронавирус френдли, блин. Так, берешь липехо, тут, кстати, несколько. Супер горячие липехи. Так, берешь, значит, самый жирный кусок кожи. Также берешь самые жирные куски мяса. Я. Чё? Блин, нету этого. Чего? Кукамбер. Кукамбер? Это что, это сахар? А ложки? Так. Много лепёшек. Да съешь две что-то. Сейчас развалится все. Все выпадет, блин. Вкусно? Ладно, все, давайте.